Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию. С таким выводом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Варшава, вероятно, хочет начать операцию против Минска, чтобы втянуть в конфликт НАТО. Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот. Россия сокрушает Украину, а Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО, добавил Джонсон. В ответ на заявление президента России Владимира Путина о намерениях Польши относительно Украины и Белоруссии, эксперт заявил, что Москва имеет исчерпывающую разведывательную информацию о планах Варшавы. Попытки польских властей вовлечь альянс в конфликт не повлияют на результат боевых действий. У НАТО нет достаточных возможностей для этого, заключил экс-аналитик ЦРУ. Как сообщило информационное агентство Регнум, 21 июля российский лидер на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации заявил, что попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются очень опасной игрой. Путин отметил, что польские лидеры рассчитывают сформировать под натовским зонтиком коалицию и вмешаться в украинский конфликт, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее. Также президент России в своем выступлении на совещании с членами Совбеза заявил, что планы Польши, Литвы и Украины по созданию совместного воинского соединения объясняются, вероятно, намерением Варшавы и Вильнюса оккупировать часть Западной Украины. Путин дал указание главе службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза и США накачивают Польшу оружием, чтобы создать новый очаг напряженности в Европе. На Западе поколениями передают вирус ненависти к славянам. Белоруссия ответит адекватно в случае угрозы безопасности, пригрозил Лукашенко.